Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы с вами поиграем в Plague Inc. Я в масочке, ты тоже должен быть в масочке, чтобы не заразить ни в коем случае никаких других людей, если ты больной, а вдруг ты больной. Ты не знаешь, что ты больной или нет. Plague Inc. Ранее я играл, соответственно, и сейчас у нас будет игра, можно сказать, не обучающая, а... Ну, не познавательная, а... Просто прохождение этой игры, то есть на среднем уровне сложности мы играем за бактерию, самое простое, что можно только выбрать, и добро пожаловать в Plague Inc. Вы бактерии, для победы нужно развиваться. Да, нужно развиваться. И, соответственно, я беру, выбираю там, где у нас Афганистан, давай Афганистан, мы начнем с Афганистана, чтобы нам распространилась на страну Афганистан. Мы сейчас просто очень быстро, мгновенно, можно сказать, должны ее пройти. Не знаю, ну за сколько? Сколько должно видео пройти? Ну, минут 7, наверное, может быть, нам хватит, чтобы пройти эту игру. Ну, не игру, а вот именно этот уровень. Так, сколько у нас? 70 заражен. 90, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 9000, 1500, 1000, 2000... И, в принципе, уже можно начинать умения прокачивать. Вот засушливый климат нам нужен и пути передачи через воздух. У нас самое сложное... Ну, не самое сложное. Самое главное — это... самое главное — это не показываться людям. Так как если люди будут о нас знать, они начнут нас лечить. А если начнут нас лечить, это будет плохо. Симулятор плаг распространяется как зараза. Это вот уже... об этой игре пишет нам разработчик. 500 000 заражено. А, нет, 1 000 000 точно. А, ну да, уже все. 2 миллиона, 4 миллиона, 6 миллионов, 10 миллионов, 15 миллионов. Ничего себе, какая скорость распространения болезни. Вот это мы молодцы. Я же голова что-то заболела. 30 миллионов заболел. У нас бессонница мутирует. Бессонница, если мутирует, значит уже плохо. Значит, не нужно нам все равно это. А, это очень тяжелое. Самый тяжелый, наверное, да? Да, это самое, что есть тяжелое здесь. То очень... Ну, нам не нужно это делать. Так... Давай распространяйся. На остальные страны. Кто будет распространяться? Я, что ли? Опа! Казахстан заразился. Жаркие страны становятся еще жарче. Так, ну распространяется вроде 45 миллионов уже. Опа, Россия. Россия заболела. В России уже 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Уже 80 миллионов по всему миру. Так, давай мы сделаем вот это вот, прокачаем, потому что, ну, наверняка это нужно очень. И по влажному климату, чтобы распространялось, и кораблями. Если вот это будет, все вообще отлично будет. И самое главное, нам, знаете, что нужно сделать? Нам нужно заразить все вот эти вот, Гренландии, Исландии... Новой Гвинеи, новую вот эту вот... Где она как называется-то? Но эту... Блин, тихо. Новая Гвинея и Новая Зеландия. Вот их нам нужно заразить прежде всего и будет... А, еще Карибы. Карибы, правда, вот тут, а это Мадагаскар. Бессонница мутировала. Бессонница, блин, тут сколько можно-то, а?
Хорошо, что здесь их дают за то, что я откатываю, а не отбирают. Вот это очень хорошо. Если бы их отбирали, я бы даже не стал сейчас. Хотя нет, сейчас на данном этапе игры нужно все-таки откатывать, даже если за деньги, потому что очень мало сейчас еще заболел, даже миллиарда нету. А если миллиарда даже нету, то вообще ловить здесь будет нечего, если они начнут разрабатывать лекарства. Вот, у нас уже первый миллиард есть. Австралия празднует фестиваль любви. Нам очень это важно, нам это очень нужно знать. Почти 2 миллиарда, это если учитывать, что у нас еще не особо Индия заражена. Сейчас будет 3 миллиарда, если еще Индия заразится. Индия очень густо населенная страна. Так, что это мы имеем-то? Мы имеем вот что. 62 ДНК у нас есть. Уже островки пошли заражаться. Островки есть, пошли заражаться, значит это хорошо. Вот что. Вот что я могу сказать. Россия цвести начала. Новая Гвинея, да? Новая Зеландия, Новая Гвинея, вот она. А это что, Филиппины, да? Филиппины, вот они. Это Индонезия. Я вообще, я географию выучил с этой игрой. Я вообще географию не знаю, а тут вот получается, что я вот прям даже начинаю понимать, хоть в какой стране что находится. Вот это новая, ой, новая, это Исландия. Это Гренландия. Это у нас Канада. Тошнота мутировала, мне тошноту нам точно не нужно. Вот чё-чё, знаешь, а вот чё нам не хватало только тошноты. Вот это вот, как она называется, такой, Бразилия. Вот это Мадагаскар, это Африка Центральная. Это у нас Новая Гвинея. Это у нас Новая Зеландия. Это у нас Карибы. Это у нас Филиппины. Ой, блядь, Филиппины, вот Япония. Ну, немножечко я сбиваюсь, да, я, блин, не знаю географию вообще, а тут, получается, он как все хорошо получается. 122 ДНК у нас. Это очень много, это очень много, много очень. И я предлагаю их потратить как следует. На богатые страны и холодные эти, на холод. Богатая страна — это Канада. Канада богатая страна и холодная. И вот если мы ее вот прокачали, вот эти вот умения, она сейчас быстро зацветет. На жарке мы очень скупы, но... Давай еще на жарке, ладно. 58 очков нам вполне хватит. 60 уже даже. Да-да, сейчас будет 80 где-то. На 80 очков хватит. Ну, уже 7 минут прошло, это самое обидное, а мы не успели пройти за 7 минут. Ну, это просто как челлендж между, ну, для себя был, но все равно. Я думал, что я смогу пройти за 7 минут. Просто всегда казалось, что я быстро его прохожу. Давайте, цветите. Сколько у нас осталось? Умерло уже 8 тысяч человек. От чего они умерли? У меня даже симптомов нет никаких. Умерли они. Просто так, что с лестницы упали, я не понимаю. Что такое? Что случается-то постоянно? А постоянно то 2 тысячи, то 1,5, то 3 напишет. То вот 8 уже даже. Вон у меня полоска черная аж появилась. У нас получается кто? Больной тысяч. Ой. В Африке только заболевшие. Ну ладно, давай, Африку мы заражаем, и можно начинать их убивать. Здоровых стран нет. А если нет здоровых стран, значит что? Это значит, что мы уже очень-очень близки к победе. Так как я сейчас покажу свою эту, так скажем, способ быстрого убийства населения. Они умирают крайне быстро, потому что у них случается порок сердца.
Порог сердца — это самая-самая-самая противная вещь, которая есть вообще. И у нас не заражено только Марокко, по сути. Но оно сейчас быстро, вон, прям пошло. 4, 5 миллионов, 6, 7. Сыпь мутировал. Ну, сыпь, конечно, можно оставить, наверное, потому что... Нет, все равно не надо. Откатим, потом есть что. Ну, мы вряд ли ее будем прокачивать, сыпь эту. Угу. Осталось только Марокко. Но нужно дождаться, пока хотя бы... Ну, все заразят сейчас, и все. Не осталось здоровых людей. И мы берем симптомы. Делаем вот так. Все. Бессонница и анемия. В ноль просто, прям отлично. Новая легкая болезнь все распространяется. Врачи в стране США нашли новую болезнь, названную РАХ-12. Ну ладно, пусть будет ПАКС, РАКС, не знаю. Она кажется безобидной, но ее необходимо изучить дальше. Другие страны также сообщили об этой болезни. Первая смерть от болезни. Уже 11 тысяч умерло, а вы первая смерть. Все. Уже 2 миллиона умерло. Норвегия закрывает морские порты. Порты. Толку-то от того, что вы их закрываете. Китай начата работа с лекарством. Уже 70 миллионов. Не надо мне писать, кто там лидирует. Не фиолетово, кто лидирует. Я сам с ним ничего сделать не смогу. Я их должен больше ненавидеть, что ли, или чего? Миллиард умер уже. Уже миллиард, понимаешь? Миллиард человек умер. Так, мы, значит, в умение заходим. Да. Чего? Ты что не скинул назад? 43%, нифига себе ты. Вообще здесь нужно невменяемость прокачивать еще. Оп, 45%, 46%. Но мы уже не прокачаем, потому что они умрут сейчас все. Самое обидное, 50% уже будет. Даже 52% будет, наверное, процент, потому что, ну, они медленно очень начали умирать, так как... Даже 55%, наверное, будет процент. Ну, тут толку-то от того, что я сейчас прокачаю, это вообще никакого нет. Все, нужно просто ожидать. Манипуляция генов болезни рак. Рах, этот, блин. Ученые ввели синтетические гены в генетический код болезни... нашей болезни. ТАСС заявляет, что это достижение ускорит разработку лекарств. Мы рады, что они... все это сделали, но осталось 28 миллионов, 15 миллионов осталось вас. И я не вижу никакого вообще смысла в том, что вы какую-то там разработку лекарств делаете, так как у вас еще 40% целых разработки лекарств, а я уже практически всех убил. Вот. Два миллиона. Полтора миллиона. 61%. На самом деле, можно было бы, наверное, как-то быстрее все это сделать. Уничтожить всех людей. Да, уничтожить всех людей. Потому что мы постарались. Мы постарались очень неплохо. 62% лекарства. Опа. Ура, дали генов нам, ура. Вот какая счастье-то. Все. Мы прошли. Уничтожили за 1802 дня. За бактерии на среднем уровне сложности. На самом деле, даже на сложном уровне сложности ничего такого критичного не происходит. То есть все то же самое, только они немного больше изучат. И то не факт. Могут даже на тех же самых 62% остаться. На этом я хочу закончить. В следующий раз, возможно, мы продолжим играть в следующем видео. Если захочется, конечно, не знаю. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.